тебе кофту. Что убрать? Она пялила. А что у меня ничего не видно? Там меня не видно. А что случилось? Тат. А, все. Сейчас хорошо видно. Приветики всем. Ау, все пишут. Ау. Это другое дело. Так, вау. А то темно было. Теперь я установила свет. Так, никак я не вижу просеков, подожди. Обалдеть, какая вы шикарная, спасибо. Элтон Джон. Кстати, сегодня у меня беточка потеряла, не смогла найти очки, а мне надо было выскочить. Кстати, это из последней коллекции Гуччи, но мне не очень подходят. Подходят? А мне кажется, не подходят они мне. Too much, да. Они такие, куда-то. Нифига себе, фига, Мариночка, ты какая гламурная. Это моя работа, быть гламурной. И вас таковыми сделать. Да, пипец, красотка. Спасибо вам, спасибо, люди вам. Леди вам, пачки супер. Камарчу ватрюгура харцали ламазы гамы хуроби тормоси матлобам. Вот такая позитивная. Вы очень красивая. Спасибо. Где ты сейчас? Еду в такси. Какой город? Москва. Валера. Очки бомбезные. Бомбезные. Очки бомбезные, бомбезные. Ну, делать мне нечего, мой бомбец. А мы уже приехали, что ли? Ой! Все, 5 минут посижу, а потом еще зайду. Очень хорошо вам. Ну, вам спасибо огромное, потому что я сегодня комплексовала. Какая вы... Интересно и классно. Спасибо, но красоту ничем не испортишь. Вот оно как. Ой, красота, ой, красота. Как же ее держать? Даже не знаю. А, вот она, ее надо надеть сюда. Все, окей. Ходит, исправляет его лица. На маскарад пойдет. Другие пишут. Ой. Вы так развернулись, что еще? Я думала, очки это фильтр. Нет, это мои очки. Это мои очки. My know-how. Тут он где-то точно, да? Ну, в этом, да. На коньяк, вот там Бургер Кинг. Не хочу. Так, ну да, где-то здесь. Ну, вот там вот, вон там, в том торговом центре. Забыла таточка? Подожди, ну, ладно. Что за повод? Такая яркая. Да, была на съемках. Ну, я же не все говорю. Была на съемках, но на каких, я вам не скажу. Не имею права. Молчу. Ну да, поддержите. Я подумала, что это очки. Прикол. Нет, это очки. От зрения. Да.
Но не идут вам эти очки. Очаровательная. Какая красота, люди. Очнитесь. Дайте привет Казахстану. Пользуйтесь ботоксом. Ну вот, недавно сделала. Много лет не делала, и недавно сделала еще. Я вообще 1.5 года, за 2 года один раз делаю только. Я боюсь к ним привыкнуть. И то ботокс я не делаю, я делаю диспорт. Потому что ботокс — это очень такая более сильная, более ядовитое вещество, я считаю. Покушали с татой, сейчас идем кушать. Не к лицу. Мне тоже кажется, что не очень к лицу. У меня есть такие черные с переходом, они мне очень идут. А белые не очень. Белые не очень идут. Любим вас. Куда поехали? Вы королева красоты. Что за круги на очках светлые? А, это от света. От света идут. Потому что свет там у меня включен. Я же в машине еду, чтобы вам было хорошо видно меня. Я включила такой свет. Фонарик. О-ля-ля. О-ля-ля. Это что-то прям совсем, совсем по-французски. О-ля-ля. Что, круги на очках? Что за круги на очках? Так. Девочки, сейчас выйду. И через 10 минут опять зайду к вам. Да. Потому что мне надо выходить.